К другим новостям. В России началась сельскохозяйственная перепись. Мероприятие стартовало 1 июля и продлится до 15 августа. За это время будет проведена масштабная работа, результаты которой позволят получить официальную статистическую информацию о состоянии сельского хозяйства, которая станет базовой для принятия решения в отношении мер государственной поддержки сельского хозяйства, развития малого предпринимательства и улучшения качества жизни на селе. Участие в этом масштабном мероприятии принимает и наш район. 1268 объектов переписи ждут того момента, когда их наименования будут внесены в страницы истории страны. На территории района у нас 9 переписных участков. Работают в районе 9 переписчиков, уполномоченный по вопросам переписи, инструктор. Основными объектами переписи являются сельскохозяйственные организации, это муниципальные оленеводческие предприятия, малые сельскохозяйственные организации, крестьянско-фермерское хозяйство, индивидуальные предприниматели и личные подсобные хозяйства. Главная цель всероссийской сельскохозяйственной переписи – получить максимально полные объективные сведения о состоянии и структуре сельского хозяйства, о наличии и использовании его ресурсного потенциала. А результаты переписи в нашем округе должны привлечь внимание к проектам арктического агропрома.